Следующая остановка – дворец спорта. Уважаемые пассажиры, ознакомиться с актуальной информацией о работе трамваев и троллейбусов вы можете в группе ВКонтакте «Саратовский городской электрический транспорт». Остановка «Дворец спорта». Остановка – городской парк культуры и отдыха. Остановка – улица 2 Садовая. Следующая остановка – улица Шелковичная. Уважаемые пассажиры, во избежание падения при резком торможении, держитесь за поручни. Thank you.